Территория отеля Лимак. Лимра? 5 звезд. Вечером здесь представление проходит. Сверху находится ресторан очень большой по площади. Интернет-кафе. Фитнес-клуб. Спа энд велнес центр. Бассейн крытый, но сейчас в нем никто не купается. Вообще несколько опасно из-за вируса Коксаки, хотя гид утверждал, что никто им здесь не болеет. Поднимаемся на лобби. Практически в круглосуточном отеле можно перекусить. Здесь представлены фотографии всех отелей сети. Кошечка. Ресепшн. Бесплатные сейфы. Бесплатный бар. Внизу находится кинотеатр, но туда мало кто ходит. Гараж. И мы выходим. Сейчас жарко, 36 градусов. Через дорогу от пятизвездочного отеля находится четырехзвездочный отель Лимак Лимра Парк Хоутел. На первом этаже этого отеля находятся магазинчики, потом технический этаж, 2 и 3 жилых этажа. Номера попроще, небольшие, слегка подуставшие. Левее от нас находится отель Дайма. В 2015 году еще рядом с его территорией построили аквапарк с высокими горками.
покидаем территорию отеля.